Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Для того, чтобы рассада помидоров и перца и других овощей была крепкая с самых первых дней, я добавляю очень хорошее удобрение в почвосмесь перед посадкой. Называется удобрение калимагнезия. Для чего эта подкормка, как и сколько вносить, сегодня обо всем подробно расскажу. Калимагнезия – это высокоэффективное бесхлорное удобрение, которое состоит из калия, магния и серы. Процентное содержание выглядит так: калий 26%, магний 15%, сера около 4%. В грунт под рассаду это удобрение подходит идеально, так как вещества в подкормке находятся в пролонгированной форме. Не нужно беспокоиться, что перекормите растения. Это очень важно для рассады, ведь обычно достаточно сложно рассчитать нужные пропорции для подкормки молодых всходов. Период растворения питательных веществ от 4 до 6 месяцев. Это значит, что растения будут подпитываться веществами по мере высвобождения их в грунт. Кстати, многие садоводы ошибочно думают, что удобрения пролонгированного действия начинают работать только через 6 месяцев. По их мнению, гранулы лежат все это время в земле, а потом в один прекрасный момент вжух и все питание там. Но нет. Как только гранулы попали в грунт, они сразу начинают отдавать понемногу питательные вещества, и только по истечении 5-7 месяцев полностью растворяются. Мне нравится, как рассада растет на калимагнезии. Видно, что растения крепкие, корневая система мощная. Из таких кустиков урожай всегда будет приличный. Также повышается иммунитет и сопротивляемость растений к болезням. Наличие одновременно двух микроэлементов серы и магния делает калимагнезию уникальной подкормкой для растений. Эти вещества усиливают друг друга. Внесите на каждые 5 литров земли 2 столовые ложки удобрения и тщательно размешайте, чтобы гранулы распределились равномерно. Попробуйте так сделать и увидите, какая будет рассада. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!